Травмированные раки у нас нету, они все готовы. Все готовы. Да, основной состав будет те же ребята, которые играли Алтанасыр. Настрой боевой, готовимся. Надо забыть про этот счет 4-1. Игра будет совсем другая, думаю. Дордой очень серьезная команда. Ну, все настроены, все готовы. Будем биться. Погода, поле. Для всех одинаковые условия. Дай бог, что нам больше повезет.